Сура Аль-Калам. Письменная трость. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Нун. Вал-Калами вама яскурун. Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут. Ма анта би ни'мати раббика би маджнун. Ты по милости своего Господа не являешься одержимым. Ва инна лака ла аджран гайра маннун. Воистину, награда твоя неиссякаема. Ва иннака ла аля хулукин азим. Воистину, твой нрав превосходен. Ты увидишь, и они тоже увидят. Кто из вас бесноват? Твой Господь лучше знает тех, кто сбился с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. Посему не повинуйся обвиняющим во лжи. Они хотели бы, чтобы ты был уступчив, и тогда они тоже стали бы уступчивы. ولا تطع كل حلاف مهين. Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному. هماز مشاء بنميم. Хулителю, разносящему сплетни. مناع للخير معتد أثيم. Скупящемуся на добро, преступнику, грешнику. عتل بعد ذلك زنيم. Жестокому, к тому же самозванцу. أن كان ذا مال وبنين. Даже если он будет богат и будет иметь сыновей. Когда ему читают наши аяты, он говорит: «Сказки древних народов». Мы заклеймим его хобот, нос. Инна балаунахум кама балауна асхабал джаннати из акасаму ла ясримуннаха мусбихин. Воистину, мы подвергли их испытанию, подобно тому, как мы подвергли испытанию владельцев сада, когда они поклялись, что утром они непременно сорвут их плоды. Но не сделали оговорки, не сказали, если того пожелает Аллах. Ночью же, пока они спали, их сад поразила кара от твоего Господа. فأصبحت كالصريم. К утру сад был подобен мрачной ночи, был погублен. فتنادوا مصبحين. А на рассвете они стали звать друг друга. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Ступайте на вашу пашню, если вы хотите сорвать плоды. فانطلقوا وهم يتخافتون. Они отправились туда, разговаривая шепотом. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Не впускайте сегодня к себе бедняка. وغدوا على حرد قادرين. Они шли с твердым намерением и полагали, что у них
достаточно сил. Когда же они увидели его, они сказали: «Мы сбились с пути». «О нет, мы лишились этого». Лучший из них сказал: «Разве я не говорил вам, что надо было прославить Аллаха?» قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Они сказали: «Пречист наш Господь, мы были несправедливы». فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Они стали попрекать друг друга. قالوا يا ويلنا и сказали: «Горе нам! Мы приступили к границе дозволенного». Быть может, Господь наш даст нам взамен нечто лучшее. Воистину, мы обращаемся к нашему Господу. Такими были мучения, а мучения в последней жизни будут еще ужаснее, если бы только они знали. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Воистину, для богобоязненных у их Господа приготовлены сады блаженства. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Неужели мы мусульман приравним к грешникам? ما لكم كيف تحكمون. Что с вами? Как вы судите? Или у вас есть Писание, из которого вы узнали? Что там у вас будет все, что вы выберете? أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ. Или у вас есть наши клятвы, которые сохранятся до дня воскресения, о том, что у вас будет все, что вы присудите? سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. Спроси их: кто из них поручается за это? Или у них есть сотоварищи? Пусть же они приведут своих сотоварищей, если они говорят правду. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. В тот день, когда обнажится голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Их взоры потупятся, и унижение покроет их. А ведь их призывали пасть ниц, когда они пребывали во здравии. Оставь же меня с теми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого. Я
Я даю им отсрочку, ведь хитрость моя несокрушима. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Или же ты просишь у них вознаграждения, и они обременены обязательствами. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Или же они владеют сокровенным и записывают его. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. Потерпи же до решения твоего Господа и не уподобляйся человеку в рыбе, Юнусу, который обратился с мольбой вслух, сдерживая свою печаль. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Если бы его не постигла милость Господа, то он был бы выброшен на открытую местность постыженным. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Но его Господь избрал его и сделал одним из праведников. Воистину, неверующие готовы заставить тебя поскользнуться своими взглядами, когда они слышат напоминание и говорят: «Воистину он одержимый». Но это не что иное, как напоминание для миров.